Добрый день, дорогие друзья! Я представляю комитет по туризму региональный. И что мне хочется сказать? Мои коллеги уже очень популярно, подробно рассказали все о том, как это произошло, откуда взялось. Включите мне что, девушки, тюльпаны какую-нибудь включите. Тюльпаны какую-нибудь сделаете. Про тюльпан же рассказывали. Так вот, теперь вы знаете полностью историю. Историю цветка, историю фестиваля, собственно, казалось, мне рассказать больше не о чем, потому что, собственно, тематическая эта составляющая сегодняшнего нашего мероприятия раскрыта. Но прекрасно. Кстати, знаете, сейчас смотрела ролик, смотрела я его, наверное, в 1950 раз, и у меня где-то внутри так вот гордость такая поднялась. Да, ролик, кстати, снимали наши волонтеры, молодежь, которые придумали сценарий, сами сняли, сами выиграли на нем с этим роликом все возможные конкурсы, которые только были вообще по этой тематике. Вот. И что я хочу добавить? Да, тюльпаны. Да, фестиваль. Но скажите, пожалуйста, кроме тех, кто приехал сегодня здесь с нами из Саратова, кто-то был в Саратовской области? Ну, вы-то понятно, вы астографировали. В среду был в Саратове, в Энгельсе и на месте приземления Гагарина. Прекрасно. Ну, то есть вы один, остальные даже не представляют, наверное, себе, что это за регион. Я уверена, что вы где-то в голове путаетесь. Саратов, Самара, Саранск, какие-то еще там города на С. Да, ну, так часто бывает. Вот, что мне хочется сказать. Вы не правы. Саратовская область действительно уникальна. Вот мои коллеги из министерства говорили о том, что да, регион, три каких-то зоны у нас климатических, да, но Саратов – это регион, где вы в течение одного дня начать утро свое можете, например, в каких-то там реликтовых соснах, и через 4 часа оказаться в абсолютно сухой степи, плюс 40 градусов, ну или минус 40, если вы зимой, ветер вас сносит, и вот эта вот красота в том числе. Это все Саратов. Не говоря уже, конечно, о Волге и обо всем, да, о Волге, Гагарине, первый театр, первый цирк, об этом мы всегда везде рассказываем, вот. Но мало кто, наверное, об этом помнит. Поэтому, чтобы прочувствовать, понять, наверное, надо все-таки приехать к нам посмотреть. Относительно фестиваля тюльпанов, вы можете приехать к нам, конечно, организованными какими-то группами через операторов, вы можете приехать самостоятельно посмотреть. В принципе, вы можете посмотреть это не в офлайне, можете посмотреть это в онлайне, потому что такая трансляция тоже будет вестись. Что еще мне хочется сказать? Ну, в принципе, сейчас даже из этого ролика и из того, что мои коллеги сейчас здесь говорили, наверное, стало понятно, да, что Саратов – это не Волга, сосны, там, тюльпаны. Здесь сейчас было сказано о казачестве, о гастрономии. У нас 163 национальности и всего, что с этим связано, представлено на территории региона. То есть 100 тысяч квадратных километров у нас представляют более 160 национальностей, народностей, там, я не знаю, что там еще как это называется. То есть мы на любом своем мероприятии. Вы же понимаете, что фестиваль тюльпанов – это не цветы, вокруг которых ходят люди, да? Что это огромные палатки с различной едой. Вы обратили внимание, что Новоузенск, ну, по антуражу, у нас граница с Казахстаном, соответственно, представлена культура казахская в большом объеме. Любое мероприятие, которое проходит на территории региона, оно мультинациональное, оно мультибрендовое. Любое мероприятие не имеет, как любой туристической, какой-то узкой направленности, оно очень широко. Вы можете прийти и на одно мероприятие узнать практически обо всем, но с разных сторон, в зависимости от того, какая цель, в общем-то, того или иного мероприятия. Поэтому, мне кажется, кто не был в Саратовской области, вы погуглите, может быть, немножко вообще о том, что это такое, и, конечно, приезжайте. Если будут какие-то вопросы, ну, не сейчас, может быть, а вообще, потому что информацию надо как бы переварить, вы можете всегда обратиться в комитет по туризму, наши контакты в интернете, пожалуйста, где угодно, во всех сетях. Вы можете позвонить, уточнить, ну, абсолютно любую информацию. И я уверена, что многие из вас, если немножко поузнают по Саратовской области, немножко какой-то информации получат, то найдут у себя где-то в душе, в корнях, там, я не знаю, в родословных, какую-то связь с нашим регионом. Но не проходит просто так 163 национальности, да?
Вот, поэтому кто-то где-то когда-то Саратовской областью пересекался, может быть, где-то сам, через бабушек, прабабушек, там, еще каким-то макаром. Поэтому, ну, что такое туризм? Дело туризм – продать, грубо говоря, вот это все, продать в хорошем смысле слова, сделать вас нашими гостями, сделать вас людьми, которые приехали к нам попробовать, понюхать, увезти кусочек нашей Родины. Поэтому всех вас ждем. Ничего дарить мы организаторам не будем, все тут уже, видите, как все подарили. Поэтому просто вас ждем. И лучший подарок для нас, конечно, это вы, дорогие гости нашего региона. Поэтому земля наша крайне гостеприимна. Я вас прошу запомнить эти несколько букв. Саратовская область. Это не Самара, не Саранск и ничего там другого на С. Спасибо, что меня послушали. Похлопайте мне, пожалуйста.